Великая Отечественная война искалечила жизнь миллионов людей. Свидетельницей тех страшных дней стала Пелагея Ивановна Тюхай из деревни Горавки. На момент, когда враг пришел на нашу землю, девушке было чуть более 18 лет. Вскоре на территории нашего района зародилось партизанское движение. Девушка и ее мать стали связными в партизанском отряде. Им приходилось отправляться пешком в Борисов для передачи важной информации. Ходила на задание, ходила, детки, аж пешком у Борисова отгетуль по заданию партизан. Туды там у меня был связный у Борисова. И я к ему заходила. И они мне отгетуль давали, чи кали записку, якую дадут, рубецу, якую кладут. Ну и пешком шли черными следами. Чи дорогами гетами. Ну і тоді туль уже приносила, що йшла я не одна, звісно, збиралися, але ніхто ж не ведав, чого я йду. І з чим я йду. Вроді би як солі вже треба партизанам раз передали, що водокачку взорвали. Ну я прохожу, вони вже довольні наші партизани, що. У Борисова. Аж у Борисова ж я ж ходила. Вспоминает, как немцы орудовали в Краснолуках. Фашистам стало известно, что кто-то из жителей Горавок связан с партизанами. И они стали хватать всех без разбору и отправлять в тюрьму. Карательный отряд поселок пошли. Ну и пришли сюда. Ну и схватили. У меня нога болела. Тут вот. Схватили. Уже... Мене не і маму мою, і мама теж була зв'язаною. Ходила її на 6 разів у Борисова тільки пешком. Так Пелагея с матерью и односельчанами оказалась в заточении. Немцы подвергали пыткам пленных, желая знать, где размещаются партизаны. Там уже тогда катували, и что, допросы, детки. А з мамою були ми у ванної камери. Як прийду, може, 6 разів тільки чи 5 на допрос. Кажи, де партизани Вогедокова. Ой, били. Ну, не, а я по чому я знаю. Тоді Гедок покладуть такий, ну, пірадочок, як по-нашому. Сказав 10 пльоток тоді, 5-6. І все було порозчекано. І порозбивано прийдуть, пройду эту камеру, мама гляне, тільки слізами заліється у мене отакое лицо все розпухше. Пелагея никогда не забудет, как ее ежедневно по несколько раз в день вызывали на допрос, нещадно били. Вспоминает, как мать сильно переживала за нее, постоянно плакала. Но заключенные не поддавались мучительным пыткам. Вскоре между ними прошел слух, что ведутся бои за освобождение. Осталось продержаться совсем немного. Фашисты, спасаясь бегством, спешно учинили расправу над пленными в камере. Согнали угодок у нашу, ну и советская тюрьма была. И надавай его у камеры, у нас давай расстреливать из автомата. Только перевели. Так я, как сидела так ноги под себе, мне в обедве ноги ранило. А маму на месте, на мне, и в шаге. Кровь на меня, ноги на головку, на мою ношу. Ну, кто же живый остался? Несколько, не раненые ж были. Чудом удалось выжить ей и еще нескольким пленным. Они выбрались из тюрьмы и помогли Пелагее, переправили раненую девушку через реку и укрылись в безопасном заболоченном месте. В болоте сидели 3 дня, а тут стреляют, а кто стреляет сами, а уже у кровца уже наши, а мы ж не ведаем. И по большаку видно, как ездят машины, все тут. А это наши уже прошли в крупку. Я уже на берегу легла и идти не могла. Это я пошли, прошли, а я обшапили меня. Ай, мы ж уже были у наших. Дали нам и хлеба, и рыбы.
Только просили, не ешь еще много, а то давно уже сколько мы, трое суток, ничего. Один сухарок у нас был, трое суток по разу, раз укусим, и все. Траву тягали, белые коренчики вытискали, ели. А когда стало известно об освобождении родных мест, вернулась домой. Пелагея Ивановна состоялась как мать, бабушка и прабабушка. Ее радость сегодня – это внуки и правнуки. Но страшное военное время вспоминать не любит. Уж очень дорогой ценой досталась свобода.